Так, ребята, поближе давайте, подходим так, чтобы не растягивать. Да. Я вам говорить ничего не буду. Не надо, да. Вот Владимир Григорьевич. За нас, может, не надо. Слово для поздравления одному из наших ветеранов спорта Владимиру Григорьевичу Бырке. Значит, при награждении будут присутствовать дети Евгения Григорьевича Гаврошенко, брат. Первое, безусловно, спасибо те, которые постоянно участвуют в этом турнире. Памяти выдающиеся, я считаю, на Кубинщине журналистам. От первооткрывателя пера, острого пера, это журналиста Кубинск. Когда самым первопроходцем, всегда тяжелее быть лидером, потому что на тебя всегда обращают внимание. И каждое твое какое-то слово или перо, которое он написал и выпустил в газете «Франк», оно сразу читается, сразу анализируется и делается какие-то выводы. Безусловно, мне посчастливилось участвовать в помощи создания этой газеты, создании знакомства с этим человеком. Я до этого его не знал, но вот так познакомили. И я счастлив, что я вот на протяжении многих лет присутствую на этом турнире. И на прекрасном турнире. Спасибо организаторам, которые всегда активно участвуют, не забывают. Я всегда говорю, самое важное в жизни – это человеческая память. Мы можем что-то забыть, шнурки завязать, а вот забыть человека, который в Купинске прогрессировал своим пером, острым пером, мы это не забываем. Светлая память ему, а вам всем спасибо, что вы принимали участие. Ну что, ребята, сначала мы подведем командные результаты, а потом уже личные, поздравительные. Так что разрешите огласить итоги нашего турнира. Третье место заняла команда «Амсуга женщины». Награждается грамотой. Второе место заняла команда города Купинска. Далеко приехала в коляску, и с собой привет. Давайте фото. В газете «Йошкар-Ола» опубликовали. Или начинает. И первое место заняла команда города Изюм. Приятные моменты, которые, значит, награждаются в связи с днем рождения. Есть такой товарищ, который все призы хочет забрать. Шутило Сергей. Thank you.
фото на память. А, еще это сухо. Еще и фото на память. Наша эмблема. Так, награждается Горбенко Юрий. Я, давай. Его кто-то, да. Да, есть. Отлично. Где Рыльцев? Рыльцев Слава, да. Вячеслав. Да, так. И по итогам жюри, значит, определила лучшим игроком команды Слобожанского Ананченко Анатолий. Команде Куперска Громовой Юрий. Понаехали тут. Сейчас пленка кончится. И в команде Свердюк Сергей. Так, ребята, переодеваемся, моемся, переодеваемся и под вещью туда, через минут 15, пожалуйста. Ну что, вы тогда найдете нам еще попробовать? Сейчас. Здорово. Иван Николаевич. Я туда, на стол, подпишу свои счастливые. Я на стол подпишу. Что ты мне сказал? Вот я победу раньше подарил. Не вы. Как я... Скажите, какие у вас ощущения? Ощущения у вас какие? Можете поделиться? Турнир был пройден великолепно. Мы постоянные участники этого турнира. Участвовали фактически во всех турнирах, когда проводился на Локомотиве. Здесь мы постоянно участвуем. И еще ждем теперь турнир Федора Ивановича Кулеша. Это в Змеёве будет? Нет, это здесь будет в сентябре месяце. Турнир Федора Ивановича Кулеша. Спасибо. Я с ним не дружу. Молодцы. А можно ребятам поменяться футболом? Да, нет, футбол. И грамоту можно взять. Грамоту. Там только рамку, чтобы издалека не видно.